Приветики, мои дорогие! Давайте с вами приступим к распаковочке. Вот такая вот у меня посылка гора. Пришло много, я разделила на два раза, потому что тут очень объемные посылки. Мы их сейчас с вами будем рассматривать. Давайте сначала посмотрим вот эту. О, моя лампочка быстро загорелась. Так, пришли ко мне лаки. Думала, если честно, не придут. Пришли. Фирма Mad Doll. Какая-то игрушка. Что там за игрушка? Без понятия. В принципе, это не важно. Сейчас я раскрою один, мы с вами его посмотрим и сделаем выкраску. Вот такой цвет хаки. Наполнение. Девочки, это не смешно, по-моему. Наполнение, короче. Они бюджетные, дешевенькие, но мне одной много не надо. Тут заявлено 8 миллилитров, конечно, все есть. На выкраске мы с вами их посмотрим. Все в группе Юли Махоновой. Я в основном, девочки, заказываю оттуда. Еще раз благодарю, огромное спасибо от всей души. Так, смотрим дальше. Тоже думала, что не придут. Однако пришли. Фирма. У меня уже гели есть, полигели, по-моему, у меня есть с этой фирмой. И еще что-то я не помню уже, когда-то было. Сейчас мы с вами посмотрим. Вот такие. Мне нравится этот цвет. Как вам? Правда, цвет красивый? Фирма Биау Гель. Может, Биау Бью, фиг посышь, как оно называется правильно. Номера пипи. Девочки, пипи, это вообще 002-008. Сделаем с вами выкраску. Они такие малюсенькие бутылечки. Цвет красивый, видите? И даже в этих малюсеньких бутылечках, сколько там заявлено, 7. Ну вот, вот так вот. Ну, боже, ну неужели нельзя нормально наполнить? Господи. Ну, ладно, за те копейки, что я их купила, фиг с ним. Дальше. Три кошки. Тоже за копейки. Это фирма Аймгель. Я зарекомендовала себя на просторах Али. С лучшей стороны. Они бюджетные, копеечные. Там я взяла ради интереса. Ну, в общем, я люблю кошки. Так для себя достаточно. Такой цвет красивый. Камера немножко искажает. Он не темно-зеленый, а светло-зеленый. Девочки, вот так вот. Ну, в принципе, я же говорю, что мы их протестируем, выкрасим, посмотрим. Для себя самой достаточно. Так, смотрим дальше. Опять же, Юля Махонова. Ее группа. Девочки, ссылочку я оставлю, наверное, под видео, потому что мало кто знает об этой группе. Входите в ее группу, проситесь, потому что там девчонки, я иногда откладываю, что нахожу. Ссылочки, и очень часто продавцы бывают ошибаются, но в основном приходит, девочки, товар редко, когда не приходит, ну очень редко. Так, такой красивый кровавый красный цвет у вас, он чуть-чуть темнее, чем в жизни. Наполнение где-то вот так вот, это я понимаю, вот тут даже слова не скажешь против. Гель полиш соков. Вот такие у нас опять. Я ж распродалась, теперь же надо заполнять же опять. Дальше. В магазине в одном я взяла такую кучущу. Фирма блатная, вот эта, которая, чей-то все, чайная почта начинается и заканчивается этой фирмой, отсылает вот экспресс. Пост, подождите, тут написано, я плохо вижу. Короче, через Гуанчжоу. Так, дальше. Посмотрите, всякие предупреждения. Да. Ну, все же, вот этот гриф LM.
В общем, фирма хорошая, вернее, не фирма, а магазинчик неплохой. Вот смотрите, что я понабирала там. Джарки. Посмотрите, какая красотища. Листочки разные, всевозможные, какие хочешь. Розочки такие, реверсивные, прочее, прочее, прочее. Тут такие веточки, всякое-всякое, лотос, девочки. Вот эти моднявые дизайны. Ну, в общем, классная. Номер 106. Дальше для френчика. Ну, тут я не знаю, на какие ногти, на мой... Да, подойдет, кстати. Тут для нанесения еще какого-то. И здесь, девочки, подойдет даже на мои большие ногти. Разные лунки, разные френч. Ну, что хочешь, вот луночки какие. В общем, GR96, так и называется, френч маникюр. Ой, пока прочитаешь. Так, еще одна пластиночка. Девочки, все недорого. Купончики, шмончики, всякое такое, и все хорошо. Геометрия называется пластинка GR97. Девочки, смотрите, какая красота. Вензелечки разные, угловые, прямые, какие хочешь. Посмотрите, какая красивая геометрия. Посмотрите. Я художник, зовут меня Незнайка. От меня вам балалайка. Вот я такой художник, поэтому я заказываю кучу всяких плиточек, дабы что-нибудь придумать. И вот так вот сажусь, думаю, сейчас сделаю. Я столько набрала и вечно забываю за них. Они у меня в другом месте лежат. В общем, смотрите, и вот этот дизайн тоже моднявый. Короче, девчонки, классные пластинки, протестим. Так, слайдеры, Новый год. Вы посмотрите на этих потешных Дед Морозов, Санта-Клаусов наших. Вы посмотрите, какие прикольные рисунки. В общем, это слайдеры. В общем, класс. Тут лето зацепила я, на всякий случай, на следующий год. Вишенка. Я не могла пройти мимо вишенки. Вишенки, виноградинки, яблочки разные, маленькие клубнички. Тут, видите, их надо разрезать. Апельсинчики разные, прикольные, бананчики, потешные такие, как смайлики. В общем, прикольные, классные. И Новый год же впереди, же говорю. Посмотрите, какие прикольные. То, что надо. Слайдеры мы с вами, конечно, тестировать не будем. Что их тестировать-то? Все знают, как они работают. Ну что, погнали. Пошла наша выкровка. Давайте начнем с кошек. У нас их 3. Работать я буду вот таким, наверное. Попробуем вот этим. Нет, тогда возьму простой. У меня есть еще простой. Сейчас я достану. Вот такой у меня есть старенький от Кани. Видите, уже желтый, но ему уже очень много лет, но он хорошо работает. Эти поцеловались. Мы сразу поцеловались. Отталкивается хорошо. Магнит сильный. Смотрите, видели, что делается? Он очень сильный, этот ткань, девочки. Ссылку не найду, сразу предупреждаю. Это я покупала 3 года назад. Так. Начнем. Номер 6587. Так. Такая нежненькая. Асфальтная, что ли. Ой, и она еще, девочки, с блесточками. Ой, какая красивишная. Вообще. Так. Сейчас мы ее выкрасим. Девочки, она с блестками, с мелкими. Хорошая кошка, красивая. Так, как мы разравниваемся? Разравниваемся. Ну что, пробуем этим. Если получится. В чем я сомневаюсь? Да, я правильно сомневалась, потому что он не для таких. Берем обыкновенные ткани. Без всяких эффектов. И делаем полосочки. Девочки, сразу двойная полоса. Но вот эта ткань делает двойную полосу. Посмотрите, как красиво. Так, мы ее сразу ставим, пускаем себе там. Дальше. 65-53. Кошечка. Вот я прусь на кошках, я сама с себя офигею, я не знаю почему. Значит, девочки, это чуть-чуть темнее, у вас не искажает камера. Такой бронзовый эффект. Так, сейчас возьму. Густоватые, ну не страшно.
По мне, наоборот, как бы легче ими работать. Тем более, они простые кошки, без всяких эффектов. Она без блесточек идет, просто обыкновенная кошечка. Так, смотрим на предмет разравнивания. Разравнивается, девочки, неплохо. Простой эффект. И очень плохо мы реагируем на магнит. Держать надо долго. Они очень густые. Видите, очень плохо реагирует. Потому что густоватые они. Так, и номер 65-91. Это такая светло-зелененькая. У вас она темно-зелененькая, у меня светло-зелененькая. Кошечка. Хорошая кисточка, неплохая, мягкая. Только что они очень густые, но это не проблема. У меня очень холодно, я думаю, что на пальцах она будет наноситься гораздо лучше. Уберем лишнее, чтобы нам не мешало. И поднесем к Ане. Вот, смотрите. Разные-разные абсолютно кошки. Вернее, блик двухсторонний. Где светлые, там темненькие. Красивые кошки ведь. Посушим пока. Так, все. С кошками мы закончили. Я их убираю. Начинаем выкраску вот эту. Так, сейчас мы берем типсик. Так, номер пипи. Это пипи, это вообще. Вот, 002. Сиреневый. Густые, видите сами. Густые такие гели. А ну. Это, девочки, однослойник однозначный. Причем сейчас я сниму лишнее. Сильно много. Посмотрите, хорошая пигментация. Вот ради этой пигментации я готова им простить все. Даже что они с этим. Мусор попадается и наполнение желает лучшего. Ну, вы знаете, зато мы выравниваемся как, а? Вы посмотрите, девочки. Все, выравнивание просто идеальное. Однослойник. Кошечки уже просохли, сейчас я их вытащу. Они мне не хотят выходить, лампы. Видать, нравится в лампе. Так, дальше. Номер пипи 208. Пипи 208. Такой вот винный цвет. Почти как мой ковричек. У вас он чуть-чуть темнее, чуть-чуть, не намного. Так, тоже однослойник. Видите, самым кончиком достает кисть. Так его много. Ой, боже, боже. Наполняемость, конечно, да. Ну ладно, ерунда. Для меня одной, в принципе, хватит. И надолго причем. Да, это однослойник однозначный. Я оставлю ссылочки, девчонки, естественно. А вы уже там на ваше усмотрение. Выравнивание отличное. Смотрите. Выравнивается просто на ура. Ставим, сушим. Поехали дальше. Времени у нас мало. То есть так мы рассусоливаем. Кошаки высохли. Покажу кошаков. Смотрите, какая красота. Вот это ближе к болотному. Этот сероватый. Это красивые цвета. Красивые очень. Так, теперь давайте же вот этот дол. Давайте я их распакую без вас. Все, девчонки, я распаковала. Вот этот еще и неончик. Сейчас покажу вам. Я думаю, вам будет видно. Вон, видите? Сейчас, сейчас, вот этот. Ну, давай. Старенькая моя девочка. Видно вам? Он еще неончик. А неончик номер... Сейчас скажу. Пипи 208. Это пипи 208, девочки.
Прикольно. Так, поехали дальше. Где у нас тут нумерация? Наверное, здесь. Сейчас я посмотрю. Одену очечи. И погнали. Да, нумерация у них здесь сверху. А06. Что-то мне там напоминает очень сердечно. Напоминает лимук. B08. C08, C04. C07. Это мы отдельно ставим, чтобы не запутаться. И H04. Вот эти вот разные. Так, нам же интересно, какое же наполнение, да? Сейчас я посмотрю. Возьму зубочисточки. И мы с вами везде проверим. Не во всех бутылках, я имею в виду в каждой фирме. Так. Так, номер B08. Так, сейчас мы посмотрим. Ой, какой красавчик, да? Такой Барби. Такой Барби. Так. В одном посмотрим и все. Я не думаю, что другие отличаются чем-то. Окно, он, конечно, с пузырьком у нас, естественно. Давай пузыречек. Пока-пока. Пузырек. Пока. Все. Пузырек ушел. Так, смотрим, аккуратненько вставляем посерединке. Вставили, подержали и вытащили. Наполнение вот так. Как я и сказала, половина. Ну, знаете, за те денежки, что я взяла, за копеечки, я им прощаю, честно. Я уже давно на эти вещи не сильно обращаю внимание. Внимание, потому что по такой цене, что ты берешь, там не может быть балдежное наполнение, правильно? Я же думаю, что вы со мной согласитесь. Еще раз, номер, поехали выкрашивать. B08. Красивый Барби. Я думаю, что он не ончик. Это мы сейчас с вами поглядим. Смотрите, кисточка веером раскрылась. Кисточка хорошая. Значит, консистенция, как я люблю, густоватая. Сейчас на разравнивание посмотрим. Есть мусорок, такой небольшой, есть мусор. Или это может на типсике у меня мусор. Так, девочки, мы разравниваемся идеально и быстро. Да, он неоновый, как я и предусматривала, вернее, как я и думала. А06. Вот, а это... Он будет полупрозрачный, это уже видно. У вас он такой рыжий. Он такой светло-терракотовый, как бы я сказала. Кисточка такая же, хорошая кисточка. Этот уже больше к витражу. И чуть-чуть жиже он. Нужен будет второй слой. Красивый цвет. Такой необычный. Значит, серия А, витражи, девочки. Запоминайте. Так, дальше. H04. Ух ты, какой густой. Ничего себе. Еле вытащила кисточку. Такая джинса. У вас темно-синий. Здесь оттенок. Простите за музыкальное сопровождение. Соседи туда спрашивают. Как обычно. Я ж снимаю вечно. Мне надо, чтобы кто-то там ходил туда-сюда. Так. Девочки, он густенький, но он хорошо так ложится. Смотрите. Прям такой густой-густой. Так, выкрашиваем, выкрашиваем, выкрашиваем. Ну, можно постараться уложить в один слой. Но ему явно нужна будет мощная лампа. Потому что он очень пигментированный. Ну, неплохо. Смотрите, моментально, я наношу, он тут же выравнивается.
Дальше. Поехали. С. У нас одна серия. Начнем с четвертого номера. Я не знаю, что там связано. Это я поняла, что там вроде как один такой. Это, наверное, может простые цветники. Я не знаю, с чем это связано. Разделение. Такая зелень, что ли. Зелень такая вот нежная, девочки. В нем мусорок. Опять же, повторяюсь, мусор в нем есть. Ладно, это не смертельно. Не огромный такой мусор. Прям уж вообще. Но есть. Не буду вас обманывать. Разравниваемся. Видите, я кисточкой там повела. Вот здесь вот. И он там застопорился, не хочет разравниваться. Мало ему материала. И, соответственно, мы слабо выравниваемся. Плохо выравнивается, видите, смотря какая серия. Так. Ладно, мы сейчас глянем седьмой номер. И тогда сделаем вывод, какую серию брать, какую не брать. Хаки. А ну. Видите, какие-то как крупинки в нем. Видите, как крупиночки в нем какие-то. Как даже не знаю. Но вы знаете, он когда вот его уже нанесла, он когда выравнивается, этих крупинок не видно вовсе. Хаки. Такой красивый цвет. Тоже можно, в принципе, уложить в один. Легко. Но, я думаю, не стоит. О, видите? Я была права. Волосня. Ну так прикольно, видите, есть крупиночки какие-то, как блестки, и даже не блестки, непонятно, есть мусорок в нем. Так, дальше. Ну это плохо, конечно, но что ты с этим сделаешь уже? Есть они уже у меня. Это 08 номер С. Ну опять же, такое же наполнение, я уже наполнение не буду ничего говорить. Вот я протираю типс вот так вот рукой. И вот сейчас будем с вами наносить и смотреть. Видите, частицы. У них есть какие-то частицы. В них. В этих лаках. Непонятно, какие. Сейчас скажу за запах. Что так мне пока не сильно несет. Это нюд. Неплохой цвет нюда. Почти такой же, как на камере. Запах обыкновенных лаков. Китайских. Как всегда, в принципе. Не видно вот этих крупинок, когда он выравнивается. Сейчас я его просушу. Некоторые я потом нанесу без вас уже там по второму слою. Пускай пока сушится. Неончик вот этот. Розовенький неончик Барби. Сейчас я покажу его. Вот этот неончик. Так. Сколько у нас тут? Раз... 2, 3, 4, а у нас 5 вот этих еще. 5. Значит, мне нужен еще один. Где мои все типсики? Давайте я возьму еще один типсик. Будем сразу с вами выкрашивать. Так. Все просохли. Все вроде в порядке. Сейчас я вам покажу, какой нужен второй слой, какому не нужен второй слой лаку. Я уже буду делать все без вас. На типсы свои выкрашивать. Сейчас я вам их всех покажу, как я всегда это делаю, в принципе. Вот так. Так, что я вам могу сказать? Смотрите сами, видите, все прекрасно. Вот этот требует второй слой. Этот витражик можно второй слой. И синенький, такой слабый-слабый слой можно. Вот, кстати, вот я так трогаю руками, липкость слабая, но вот этих мусоринок вот не везде, не вот прям мусор, видите, вот он, тянется, вот за рукой тянется, есть мусорок какой-то в них, не знаю. Так, ну ничего, девочки, пойдет. Поехали смотреть, здесь вот номера тяжелые такие, 15-2, вот, 14-52, этот сюда, и 15-35. 14-50. Я буду, когда выкрашивать, я буду вам называть номера. Значит, смотрим.
Да. Смотрим. 14.52. Такой винный-винный, темно-темно-винный. Малинка такая. Тут кисточка другая. Сейчас я наберу гель и покажу кисточку. Она раскрывается, но не очень охотно. Так, красивый цвет. Очень темно какой-то, кровавый, что ли. О! Красивый такой цвет. Вообще однослойник. Вот такой красавчик. У вас он такой ярко какой-то рыжий, но он на самом деле темно-малиновый винный. Дальше 15.23. 15.23. Боже, девочки, какой он красивый. У вас он с красноватым отливом, у меня... Боже, я даже не знаю, как его описать. Боже, девочки, я в шоке. Вы посмотрите, какой он красивый этот лак. Ой, класс, класс. Знаете, я, наверное, эту фирму бы взяла еще. Вот эта фирма меня сейчас впечатляет. Боже, посмотрите, какой он красивый. Какой красавчик. Это просто что-то с чем-то. Дальше, 15.20. Я взяла свои старые типсики и реанимировала, плохо почистила, видать. Джинсовый цвет. Да, девочки, красится, конечно, не наносится. Сами видите, очень легко и свободно. Легко, ой, и свободно. Что-то здесь у меня как прилипло или плохо сняла его. Да. Так, еще раз накрасим. Видите, они такие тянущиеся. О! Боже, какой он, девочки, красивый. Я не могу. Джинс. И, девочки, выравниваемся моментально. И это однослойник. 15.20. Так, погнали дальше. 15.88. Малинка такая нежная, светлая малинка. Ой, какой красивый цвет. Такой, знаете, такой нежненький, нежненький. Даже я бы сказала, он не летний, его сейчас можно наносить. Очень симпатично, очень. У вас он рыжий опять. Но я так понимаю, что моя самсунговская камера... Их почему-то все красные оттенки делают рыжими. И номер 1535. Сейчас посмотрю наполнение заодно. Опять же, я искала красный. Это опять не красный. В общем, не везет мне на красный. Опять что-то близкое к малинке. В общем, все три оттенка между собой похожи. Кожа, все три оттенка. Девочки, все однослойники. Красавчики, все у вас рыжие. Пускай сохнут пока. Так, мы с вами пока посмотрим наполнение. Так, сейчас мы уберем пузырек. Пузырик, вернее. И посмотрим. Так. Наполнение, ну, чуть больше половины, как я и говорила, где-то вот так, девочки, достойно, достойно, это даже не обсуждается.
Тем более он дал и купончик, и все что угодно. Это продавец. Молодец. Так, продавец молодец. Так, смотрите, как прикольно получилось. Номера разные, а похожие оттенки. Искала красный, красный, у меня нету красного. Опять придется искать дальше красный. Они у вас все рыжики, такие, только там темнее, светлее. Ну, вот этот ближе к красному. Посмотрите, какой вот этот вообще красавчик. Я прям передать не могу, насколько он красив. Джинса тоже ничего. Посмотрите, какие лаки хорошие все у меня получились. Я очень довольна.